Губернатору края Льву Кузнецову вручили орден заслужения искусству. Это произошло на торжественном собрании, которое посвящено 25-летию регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств. Кроме Москвы и Петербурга, такое отделение работает только в Красноярске. Все понимаем, что только там, где есть история, где есть общечеловеческие ценности, где есть творческие люди, только там мы можем думать, творить и мечтать о нашем будущем.